Опять всем привет, это опять София Тарасова, и я продолжаю снимать свои видеоответы, потому что я не смогла все вложить в одно видео. И остановились мы на вопросе, какой мой любимый фильм. Мой любимый фильм «Один плюс один». Очень классный фильм, всем советую посмотреть. Не буду рассказывать, про что он, но он очень интересный, и в нем очень интересный сюжет. Что люблю делать в свободное время? Я уже отвечала на этот вопрос, поэтому даже отвечать на него не буду. Он был в прошлом видео. Посмотрите и узнайте. Какое мое любимое блюдо? Нету определенного. Определенного четко нет. У меня есть любимые там какие-то, которые я люблю где-то заказывать, либо люблю просить маму, чтобы она мне это сделала. Четко определенного нет. Сколько сантиметров мои волосы? Ну, я не знаю. Я не мерила. Не знаю, правда. Мне это как бы не было так интересно. Но они длинные. Это я сейчас в хвостике. Вот. Отращиваю ли я волосы? Как сказать, отращиваю? Вот растут и растут. Я отрезаю кончики каждый месяц. Потому что они закручиваются, и это немного мешает они. Как сказать? Шатенка ли я? Я каштановый, у меня цвет волос. Темно-каштановый. Коричневый, темный. Как я буду отмечать свой день рождения следующий? Я не знаю. Я это буду решать уже к концу февраля, либо к началу марта. Ну, я решаю в эти дни. Ну. Может, вот в этом году я праздновала его совершенно вот наобумс, как получилось, так и праздновала. Обычно все время делаю какой-то праздник, где-то заказываем стол, и я там праздную со своими друзьями. Ну, не знаю, как будет в следующем году, посмотрим. Как мне мультик «Корпорация монстров»? Я не знаю, про какой вы, но «Университет монстров» мне очень понравился. Очень понравился. Я и «Корпорацию монстров» смотрела лет 8 назад. Но мне и тот очень мультик понравились, и я их обожаю просто. Хочу ли я пойти куда-то после 9 класса? Я не знаю. Это надо будет решать уже в классе 8, потому что я еще не определилась, буду ли я оставаться. И вообще, буду ли я оставаться здесь. Может, до 11 класса, может, до 9, я не знаю. Какая у меня самая любимая одежда? Если не сложно, могу ли показать? Не, ну, показывать я не буду. Любимая одежда, стиля нет четкого, опять же, но ношу разные стили, ношу все разное. Могу ли я нарисовать свой автограф? Нет, я если вам нарисую, то он будет в развернутом плане. Это неудобно, какой смысл? Очень ли я расстроена, что не прошла дальше в «Голос дети»? Буду ли я еще участвовать в «Голос дети»? Я не расстроена. В тот момент я была расстроена, а в этот... Ну, уже, как бы, ну, забыли. Там есть свои подводные камни, и... Ладно, это не важно. Какие мои любимые имена? Женское имя, наверное, любимое — Адель. Это независимо от того, что... есть певица Адель. Мне просто давно нравилось это имя. И очень нравится женское имя Арина. А мужское я не задумывалась даже об этом, как бы. Когда-то давно нравилось имя Никита. Ну, вот так. Люблю ли я суши? Суши нет, я не люблю. Я не ем суши. Я пробовала, но мне не нравится. Не знаю. Может, опять попробую, может, мне понравится. Ну, пока что, если я езжу куда-то с родителями в японский ресторан, то я ем либо куриный шашлычок, там очень вкусный, либо водоросли, такие зеленые. Мне они очень нравятся. Долго ли я учила песню «Намалюй»? Ведь это украинская песня. Нет, я хорошо знаю украинский, я хорошо разговариваю на украинском языке, и я совершенно легко выучила песню «Намалюй». Почему именно «Намалюй», я не понимаю, но совершенно спокойно. Сколько часов я сплю?
В зависимости от того, во сколько я ложусь и смотря когда. Летом могу проснуться в 8, могу проснуться в 2. В школьные дни встаю в 7, ложусь в часов 9-10, вот так. Буду ли я заканчивать 9 классов и уезжать в Лос-Анджелес? Это моя мечта, правда. Я честно хочу закончить 9 классов. Но это еще посмотрим, потому что, может быть, мне понадобится 11. Но не знаю, как получится. Спеть. Я в прошлом видео спела вам уже две песни, но я могу спеть кусочек песни Mercy. I love you, but I got me saying true. My mom's got me on my knees, I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, 'cause you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your